Отжимания, подтягивания, плавание, подъем тела, прыжок – это лишь часть большого списка нормативов ГТО. К главному спортивному движению страны приобщается все больше березняковцев. Нормативы сдают и самые маленькие дошколята, и взрослые пенсионеры. Главная цель комплекса ГТО – приобщить как можно больше людей к спорту. С апреля 23-го года поменялись нормативы ГТО, поменялись ступени. То есть где-то улучшили нормативы, где-то сделали полегче. То есть в зависимости от физической подготовки людей. А что касается возрастных ступеней, их стало больше или меньше? Возрастных ступеней стало больше. Разделили под категории 30-35, 35-37. Задание под силу любому новичку, чтобы получить заветный значок, необходимо всего лишь тренироваться. Главное – начать. Так уже в это воскресенье в 15:00 пройдет сдача норматива плавания в бассейне «Кристалл», а 28 января в 12 часов в Новожилово все желающие смогут сдать нормативы «Бег на лыжах» и «Скандинавская ходьба». Всего за минувший 23-й год березняковцы получили более 4000 знаков. Из них золото – 1122, серебро – 1647, бронза – 1403 и 96 знаков получили люди с ограниченными возможностями здоровья. Приобщайтесь к спорту и вы. Екатерина Зибзеева, Степан Некрасов. Новости Верхнекамья.